Добрый день, дорогие друзья! Как я уже говорил в предыдущих видео, мы приобрели станок лазерной резки. Ну и продолжаем. То есть мангалы уже как бы довольно востребованы, приобретаются. Что я хотел, какие новшества показать вам. Это надписи. С этой стороны. Вот с этой стороны надписи. То есть под заказ мы можем надпись, имя ваше, название компании сделать или там ник, ну что угодно, то есть что пожелаете. Понятно, это за отдельную плату, потому что лазерный станок стоит недешево, плюс расход кислорода, лишние операции. Но если вы хотите сделать в подарок, не вопрос, мы сделаем любую надпись по вашим шаблонам. Но продолжим. Что мы дальше решили усовершенствовать? Многие ездят в курортные зоны, где нельзя разводить костры. Но хочется пожарить шашлыков, да, для этого существует мангал. Но также на этом мангале можно и готовить. То есть вот к нам обратились, мы сделали вот такие решетки, подставки. Она вот ставится, то есть вы пожарили шашлычки, потом сгребли угли, здесь дровишки подложили, поставили сковородочку, что-нибудь обжарили, или там кастрюльку, чайник сварили, то есть металл толстый, всегда он не прогнется, и всегда как бы сможете что-либо приготовить, то есть чтобы не тащить. Ну, понятно, что многие пользуются газом и прочее, но не все с собой потащат газ, поэтому если вы взяли мангал, уже взяли, он как бы нелегкий, вот вы его взяли, вот мы можем укомплектовать, это будет доп. Опция, вот такая вот решетка для готовки. Также на сайте все будет представлено, он будет в разных комплектациях, отдельно мангал, мангал с чехлом, мангал с чехлом и кочергой. И отдельно можно докупить вот такую подставку для готовки. То есть все вы можете отдельно купить и пользоваться на ваше усмотрение. Удачи вам на рыбалке, комфорта, ну и приятной готовки.